Всем привет, с вами Зутоп Геймер, и я продолжаю свой путь к Diamond медали ветеран 2021 года в West End of 2. В сегодняшнем видеоролике я дошел до платиновой медали, то есть уже половина пути пройдена. Сейчас я перейду в свой профиль и заберу ее. Ребят, но перед началом попрошу вас не забыть проверить, подписан на мой канал или же нет. А если не подписан, то прямо сейчас приходите, подписывайтесь. И самое главное, что прожимайте колокольчик на все уведомления, чтобы быть в курсе моего челленджа. Ведь, кто не знает, я бросил себе вызов, что я смогу дойти до Diamond медалей за 10 дней. И чтобы следить за всей информацией, вы можете, обязательно должны прожать колокольчик. Ну и давайте же я сразу буду перемещаться на свой профиль. Поехали! Ну и вот я уже нахожусь на своей странице профиля. И как вы можете видеть, опять вы видите надпись «Командор» и кнопочку «Получить медаль». Ребят, я реально очень рад, что мне удается идти четко по графику. Я, чтобы дойти до Diamond медали, должен каждый день проходить по 10 левелов. И сегодня, да, какое же сегодня число получается? 29 число, и мне удалось дойти уже до платиновой медальки. Прямо сейчас давайте я ее заберу. Ребят, прожимайте лайки и пишите комментарии минимум и 4 слов, чтобы помочь мне таким образом продвинуть мои видеоролики. Я думаю, вы сами видите, сколько они набирают просмотров. Помогите мне восстановить актив, пишите комментарии. Но я забираю эту медаль на счет 3. Итак, 1, 2, 3. О, да! Вот оно, я сразу, я обязан сделать скриншот. Если я не сделаю скриншот, я буду просто реально негодяем. Медалька, платина уже есть. Платина уже есть. Осталось еще 50 уровней, и я заберу эту последнюю медальку. Ребята, я на этом моменте, я думаю, этот видеоролик буду, как всегда, подводить к концу. В сегодняшнем видеоролике я забрал платиновую медальку, и уже я на половине пути, уже половина, 50% пройдено. Еще осталось немножко, последний рывок, и я дойду до последней Diamond медали за 5 дней. Вот реально, тупо засекаете, получается, где-то 4, ну, может быть, 3 января я дойду. У меня вообще были, типа, планы, типа, до Нового года можно преуспеть. Но я посчитаю, я никак уже не успеваю, мне реально придется задротить просто до хрена, если я захочу до Нового года. Но я, к сожалению, не настолько задрот, хоть я и так играю в самый выгодный режим снежной зарубы, в котором легче всего фармить опыт. Несмотря на все, все равно лучше я умеренно, чтобы уж с ума не сойти от этого стендофа, лучше уж я умеренно хотя бы по 10 уровней буду играть. И к 4, ну, или там, когда, я думаю, не знаю, когда точно выйдет этот видеоролик, в этих числах, в общем, 3-4 января я заберу последнюю медальку. Ребят, чтобы следить за всей информацией актуальной, прожимайте колокольчик, все уведомления на канале, не забывайте подписываться, пожалуйста, потому что 90% людей смотрят мои видео без подписки. На это все, с вами был Зутоп Геймер, увидимся уже совсем скоро в следующем видеоролике, где я буду отчитываться, когда я там наберу, наверное, 10 уровней, 20, ну, то есть каждый 10 левелов я буду выпускать видеоролик и отчитываться вам о том, что все в порядке. Во вкладке сообщества, я думаю, публиковать, да, это глупо, именно ролики буду делать, чтобы хоть как-то контент, потому что надо ролики каждый день выпускать, чтобы восстановить актив на канале. Много я наговорил, на это все, с вами был Зутоп Геймер, увидимся уже совсем скоро, и, кстати, с наступающим Новым годом вас. Всем удачи и всем пока!